Абсолютному превосходству хозяев на открытом чемпионате по бильярду в Хабаровске смогли противостоять лишь гости из Якутии. Призовую тройку хабаровчан разбавил президент Федерации бильярдного спорта Якутии Альберт Алексеев. Подробнее о чемпионате далее. Бильярд издревле называют игрой аристократов. И действительно, игроки в строгих костюмах, в зале тишина, все движения четкие и выверенные. Разве что в современный бильярд играют по желанию, а не по происхождению. Алексей Эверстов, к примеру, в прошлом борец, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и мастер спорта по хапсагаю. 12 лет занимался на ковре. На бильярд обратил внимание, работая охранником в баре. Попробовал, затянуло. Как оказалось, одно другому не мешает. Хапсагай меня как бы... от такой принудительной, сосредоточенной игры более расслабляет, когда занимаешься другим спортом, она тебе как бы, ну вот борьба, там, ты там все выплескиваешь, то, что ты целый, ну, там, на соревнования копил. Впервые команда из Якутии принимает участие в региональном этапе таким солидным составом. Сразу 5 спортсменов смогли приехать на чемпионат, чтобы испытать свое мастерство в игре с лучшими бильярдистами Дальнего Востока. Традиционно лучшими считаются приморчане и хабаровчане. Немалую роль в этом играет подготовительная база. Люди приезжают, допустим, вот ведущие игроки, они говорят, что такая база бильярда есть... практически Воронеж, по-моему, у нас, и Хабаровский край, то есть Хабаровск. В итоге получилось, что основных фаворитов турнира, на которых делали ставки, якутяне выбили из борьбы за медали. Первое место занял 16-летний хабаровчанин Константин Мишатин. В финальной встрече он оказался удачливее Альберта Алексеева из Якутска, взявшего серебро. Стас Михайлов, МВК Саха, Хабаровск.